это стекло, бетон, металл. Как бы многие думают, что это скучно, серо и неинтересно, особенно в такую дождливую погоду. Но на самом деле город это очень интересно, уникально, особенно такой мегаполис, как Москва. Символ уличного искусства. Это такая лесенка, на которой обычно художники встают, потому что они постоянно стремятся наверх, и нужна высота, и нужна площадь для рисования. Как раз это символ и городского, и уличного искусства. Художник работает как раз именно с этим, как такая оптическая иллюзия. Может, вы видели еще на улице то, что рисуют на асфальте, но это не очень специальная точка, а станет объем. Это серая зал. Приведите серого минимализма, белого кубика, какая-то бетонная стена, символ улицы. Здесь стрит-арт-художники отказываются от правил рамок, разрушая границы и совместно создавая масштабное произведение искусства. Ну и кубы это просто вообще, такие уже, они уже брали идею «Алиса в стране чудес». Художники явления. Вот это прям вообще. На самом деле, очень мнение разнятся, потому что собственно то, что человек приходит в музей, он должен сразу понять замысел художника. Тут художницы показывали совершенно различные свои чувства, переживания, вкладывая смысл. Она может казаться немножко психоделичной или просто белой. Рожденная на улице, оказываясь в пространстве, приносит в него ритм и свободу.